Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, и маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпая страну. Что такое День Победы? Это песня за столом, это врачи и бессыны, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.